Весьма интересный случай. Вот, значит, лежит такой тут Sony Trinitron 21 диагональ. Вроде бы ничего необычного, но лежал он здесь. Корпус был закрытый. Закрытый с одного края, с другого приоткрытый. Сверху мы видим вот это. Это как бы намекает, что купили новый. И самое интересное, так как он был закрыт, а я его все-таки открыл, и моему взору стало вот что. Во-первых, отклонялку сняли, это логично. Труба целая, на этом хоть спасибо. Далее, третье, петля размагничивания на месте. Во, блядь, дебилы, здесь тоже ведь медь для тупых. Потому что если снимают вот это, то все снимают и вот это. А ее никто не забрал. Дальше. Так как видно, что разобрали его дома. Или не дома, подождите. А, ну это сейчас я сломал. То есть разобрали его дома. И по-нормальному, конечно, вынуть плату мы не хотим. Нам надо ее раскручить так, чтобы она была на раз, два, три части, чтобы не починить, и никто, чтобы не починил. Модель сейчас попробую показать. КВ-21, что-то там, наверное, я сейчас не вижу. В общем, обычный Trinitron. Ну вот, наглость ни себе, ни людям. То есть могли бы снять нормально отклонялку, плату нахуй не вытаскивать, чтобы она целая осталась, можно было бы забрать. Так нет, надо было вынуть плату, отрезать еще. Вот еще самое гениальное, смотрите. Нужно было отрезать шнур, который спокойно отключается. Вот, видите, он отключается. Нет, надо было отрезать. Ну и, как видите, это тоже отрезали, хотя оно тоже отключается. Покажу. Вот. Оно отключается. Нет, надо было отрезать. Радиатор на месте. Радиаторы, то есть тут строчный транзистор, кадровая микросхема, они присутствуют. Ну и здесь тоже радиатор на месте, блядь. Эх, увы, кадровая микросхема не та, которая мне нужна. Так что брать мы это не будем. Оставим вот так вот на видном месте. Может, кому-то эти запчасти нужны. Я снял только предохранитель. Ну, брать на кондёры не буду, потому что я иду в другое место. Так что вот такая вот фигня. Ну, морду показывать, поднимать не буду. Сами модель загуглите, кому интересно. Всем пока.